почти до 7,5% подняло свой прогноз по инфляции Министерство экономического развития Российской Федерации. Как сообщает РБК, основной вклад в разгон цен внесло нетипичное удорожание овощей, а также подорожание мяса. Основная причина – низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений, объяснил подорожание овощей глава ведомства Максим Решетников. Например, за год цены на помидоры выросли почти на 30%, огурцы на 17% с небольшим, а на 20% и 29% также подорожали сахар, масло, яйца и курица. Считается, что в первую половину осени овощи традиционно дешевеют. Нынешний год, видимо, станет исключением. В последний раз такое было в 2010 году.